Так, дела мы поделали на участке, разобрали чуть веранду, вот покосили. Сережа мусор выкинул. А теперь мы хотим... Мы вчера купили вот арбузик бессемянный. Он должен быть без семян. Сейчас проверим. И вот сейчас мы будем его разрезать, кушать. Чаек попьем, потом планируем поехать покататься. Мы с тобой не описываемся. Если арбуз поедим, еще чай попьем. Ну, давай просто арбуз поедим. Зачем чай? У нас есть минералка еще. Пускай, ну ладно. Не, пускай греется. А, у тебя, ты его греешь или кипятишь? Шучу. А, тогда покажи кипятить тогда. Так, потом поедем покатаемся. Вот. Кстати, сейчас покажу. Вчера в Магните мы купили два бокала таких. У нас для вина, значит, мы покупали в Хофе, я показывала, для шампанского. У нас тут не было. И вот купили два, посмотрите. Они, в принципе, симпатичные и очень подходят нам к вот этой коллекции бокалов. То есть вот так, если даже вместе поставили вина для шампанского, то очень красиво. Вот, два бокала. Но вот эти два бокала стоят в Магните. Вообще на них, я знала, что надо собирать наклейки. У нас есть наклейки, но имеется в виду в электронном виде, они у нас есть. Вот. Но мы уже планировали давно купить сюда бокалы для шампанского. И как-то мы зашли в Магнит в Можайске, взяли такие бокалы, они нам не пробили по скидке. Тоже сказали, что вот стоит 600 рублей, но дорого очень. Ну, как дорого очень? Не то, чтобы дорого очень, но вот если купить 6 бокалов, это получается 1800. А в принципе, ну что у них тут такого? Вот, например, эти бокалы нам стоили 1200. Ну, 6 штук. Вот, поэтому мы не взяли тогда. Тем более, там было только два бокала. Ну, мы решили, тем более, что у нас есть наклейки, чтобы брать по... А так они с наклейками стоят 173 рубля. Вот. Но нам не пробили, сказали, акция закончилась. Всё. Ну, и поэтому вчера, когда мы брали, думали, ну, ладно, возьмем уже, получается, по полной цене. И взяли вот за 600 рублей. А сейчас я зашла в приложение магнитовское и смотрю, что у них эти бокалы по акции. Нам наврали вообще в Можайске, что сейчас акция на них не идет. Идет акция. Там, значит, бокалы для сока такие вот. Они похожи на вот эти, только без ножки. Для шампанского и для вина. Но вот в магните, где мы покупали, вообще только для шампанского стояли и для сока тоже стояли. И акции действуют. Поэтому сегодня, если мы поедем, то... Уже раз эти мы купили без акции, то мы докупим еще два бокала, чтобы было 4. Потому что там больше и не было. Я видела 2 упаковки. Вот. И вот эту упаковку будем просить, чтобы нам пробили с наклейками. Потому что в приложении у них прям написано, что сейчас идет акция. Покажем. Тогда мы не могли ничего показать, потому что на кассе просто, ну где искать, если они говорят, акция закончилась. Вот. А сейчас я нашла, что ничего она не закончилась. Она продолжается. И поэтому, если что, прям покажем их приложение. У них в приложении написано, что сейчас идет эта акция. И получится, что у нас тогда 4 бокала будет по цене, ну, вот 173 и 600. 800 рублей. 4 бокала, это нормально за 800 рублей. Так, это первое. Ну, просто если так что-то вообще праздновать, то 2 бокала мало. Ну, вот даже бабушка еще, к примеру, еще кому-то. Слушай, а почему он называется бессемянный, если тут семечки? Это такие мягкие, не замечаю. Вкусно вообще. Да? Бомба. А ты что, их глотаешь? А что, нельзя? Я просто спрашиваю. Нет, семечки можно глотать, если они мягкие. Ну, просто странно. Я думал, что он должен быть без семечек вообще. Вкусный, сладкий. Так, ну ладно, я тоже выключаюсь, буду кушать арбузик. Поехали мы кататься, в Можайск поехали, перекусим что-нибудь там. Время у нас без 15:05, вечер. И все еще 20 градусов тепла. Вперед, вперед, Сереж, что ты не ешь-то? Сейчас.
Ну что, доехали мы до Макдональдса. Сейчас пойдем, но только мы не здесь хотим, а внутрь пойти. А это у них для машин нету здесь МакАвто, зато есть МакЭкспресс. Ну вот. Мне кажется, что внутри даже народу-то поменьше. Ну хотя сейчас не знаю. Сегодня выходной. Стоим вот так в МакДак, в общем, тут закрыто. Они впускают, выпускают. В общем, охранник подходит, запускает людей, когда выходят там. Так, ну все, запустили нас. В принципе, стояли мы там не так долго. Сейчас делаем заказ. Но народ на самом деле дофига. Дофига народу. Хотя они вроде как не пускают, все подряд много. Да. Полтора метра. Борода вроде соблюдаю. Как вам такая надпись? Короче, вот, я пью шоколадный. Вот коктейль. Сережа пьет латте. Вот, но суть интересно. В чем? Мак. Кофе. Мак кофе. Вот, но суть в том, что народу дофига и здесь, и внутри. Значит, я там говорила, не знаю, сквозь маску слышно меня было, нет. В общем, запускает охранник, сколько-то человек выйдет, сколько-то зайдет, но все равно там столпотворение я тоже поснимала. Там написано, что все должны быть в перчатках, в перчатках, масках, но не все в перчатках, а тем более и в масках тоже не все. В общем, какой-то дурдом творится. Вот. Можно было и здесь покупать, потому что там народу также много, даже еще больше. Но здесь тоже, как бы по лестнице идти, как тоже. А что? Толчье тоже будешь. В общем, сейчас попьем и поедем. Гуляют. Все вышли. Суббота. Погода хорошая, теплая, ничего не выйдет. Мы вышли с тобой. Да. Смотри, какой странный дом. Смотри, буквально два дня назад еще было меньше деревьев, да, с желтыми листиками. А сейчас вообще почти все желтые. Листья желтые над городом кружатся. Ну тут вот красные. Так, давай бегун. Раз, два, три. Раз, два, три. Итак, мы уже дома. В общем, вот это наш ужин из МакДака. Мы там только попили кофе, как я показывала, а так ничего не ели. В общем, здесь два Royal Deluxe нам с Сережей, Макнаггетсы внизу 20 штук и соусы к ним всякие. Вот. И два ролла, бифролла. Два. Все. Это наш ужин. Дальше. Расскажу про бокалы вот эти. В общем, мы пришли туда, посмотрели еще раз. У них даже на стойке написано, что по акции все там с наклейками. Они должны стоить 175 рублей вместо 600 с чем-то, как мы вчера покупали. Вот, в общем, мы их взяли. Они опять сказали, что они не знают. Вначале они сказали, что акция прошла, но у них на стойке написано, что она действует. В общем, в итоге мы пробили вначале все остальные товары, и потом на отдельной кассе они пошли и говорят, ну давайте попробуем. Вот, они ничего не знают. Там мы зашли в кабинет, мы говорим, как? Они говорят, мы не знаем. В общем, мы зашли в свой кабинет, там написано, там, где наклеечки такие электронные, написано,
создать купон. Я говорю, наверное, сюда нажать? Ну, они говорят, ну, наверное. В общем, я создала купон, там появился штрих-код, они его пробили, и все. И цена по карте стала сразу 175 рублей. Так что в итоге вот эти бокалы мы купили со скидкой. И получается, что вот эти 175, вчера 600, ну хорошо, за 800 рублей у нас теперь 4 бокала. Вот мы их проверили. Ну, Сережа смотрел, я не смотрела, вроде они должны быть не битые, да. Все нормально. Да, все нормально. Так что так. Они просто тут вообще не в курсе, как пробивать бокалы. Нам и в другом магните тоже не могли сказать. Ну ладно, слава богу, все получилось. У нас все равно хватило только на один бы. У нас было там 20 наклеек надо, тогда 175 рублей. У нас наклеек 39. То есть одной не хватало до того, чтобы вчера так пробили. Поэтому как раз нормально. Будем что-нибудь другое потом по акции этой брать. Значит, что еще мы купили? Россия. Щедрая душа карамели, арахис и KitKat. Вот. Black and White Edition. Такая шоколадка. Дальше нам очень понравились. Сейчас покажу. Вот такие кружечки. Они сделаны, как будто они железные, но это керамик. Надписи разные, но это одна как бы коллекция. Мы забрали все виды. То есть имеется в виду, что вот больше других цветов не было. Вот из этих. Из такого стиля. Вот они. Такой кремовый. Не знаю, как называть вот этот цвет. Коралловый, голубой и желтый. Я хочу их помыть. Повесить их на нашу вот эту штучку. А вот эти часть я просто уберу, потому что там в разнобой все кружки. Мне не нравится, когда в разнобой. А тут у нас как раз вот 4 кружки. Нам с Сережей и, в принципе, Дани с Машей. Ну, бабушки своя, поэтому не надо. А те, если гости пришли, можно тогда... Ну, те у нас кружки все равно останутся. Можно им дать какую-то из этих. Мы, кстати, всегда и дома, и везде. У нас у каждого своя кружка. То есть мы пьем... Каждый член семьи у нас пьет из своей кружки. У Дани своя, у Маши своя, у Сережи у меня. Поэтому... Нам как раз хорошо, что они разные. Нам нужны разные кружки, но чтобы они были в одном стиле. И вот это идеально. Цвета разные, каждый знает, какая у него кружка, но стиль один. Шикарные вообще кружки. Шикарные. Выглядят как будто вот как раньше были советские с железным ободком. Вот так особенно снизу смотреть. Объем тоже, кстати, неплохой. Неплохой объем. Я не знаю, сколько миллилитров, 370 миллилитров, то есть это не 250. Так вот, смотрю, как раз в руке удобно. Вот минералку я взяла. И взяли эти бокалы, решили, что надо взять и шампанское, попробовать вообще удобные они или нет. Не могли определиться, какое шампанское взять. Сегодня прям захотелось шампанского, и вечером мы его, наверное, и попробуем. Вот, и в общем... Абрау Дюрсо, шампанское хорошее, там как раз было. И вот было полусухое розовое и брют. Вот, так что взяли и то, и другое, чтобы, так как определиться не могли, чтобы было. В общем, будем сегодня пробовать. А что пробовать? Мы, в принципе, пробовали и то, и другое уже. Розовое, оно вкусное, а брют, оно сухое, мы его давно пробовали, я уже не помню. Ну, тоже оно. В Абрау Дюрсо, в принципе, все шампанские вкусные. Будем пить шампанское из новых бокалов. Вот сейчас нам все это предстоит помыть. А, еще что я не сказала? Еще я не сказала, что мы взяли такой арбуз, как нам очень понравился, домой, который без косточек. Вот, но мы его сюда не принесли, потому что он лежит в машине. Все равно завтра будем уезжать. Зачем нам сюда нести, потом нести в машину? Так что... Нам очень понравился тот арбуз. Хотим, чтобы наши тоже попробовали все этот арбуз. Все. Ну вот все наши покупки. Покатались. Время у нас уже 8:30. Все, мы дома сейчас, по-моему, будем отдыхать.
Так, смотрите, у нас еще вот такие есть кружки, и они по стилю тоже подходят к этим кружкам. Только они большого объема, намного больше. Вот, видите? Так, все, я уже освободила вот эту вот штуку, оставила тут только бабушкину кружку. Ну, она любит свою там. У нее какая есть кружка, такая есть. Вот, так что бабушкину кружку мы убирать не будем. А вот те кружки, которые у нас стояли, наши запасные, я убрала. И вместо них повешу вот эти. Все замечательно. Ой. Ну что, и вот еще можно повесить сюда. И вот эту. Все. Ну смотри, Сереж. Красиво. Замечательно. Ну что, вот так теперь у нас тут выглядит. Кстати, тут можно свет включать в этой витрине. А, она не подключена к розетке. А вообще можно включать свет. Так, и вот. Вот у нас 4 бокальчика по бокам для шампанского. И вот для вина. Вот такой вот стоят. Кружочком таким. Укомплектовано. Ну вот у нас уже вечер. Время... А, время-то уже 11:20. В общем, мы смотрим фильм и вот показываю бокальчики. Это у нас получается розовое шампанское. Мы открыли. Розовое. Ладно, выключай свет. Специально сняла для вас. А так мы будем в полумраке уже свет зачем нам. Так что всем хорошего вечера. Хороший выходной вечер, отдыхайте, смотрите фильмы, смотрите наши видео, подписывайтесь на наш канал и всем пока на сегодня.